Всем привет, с вами Ирвин. С 1 апреля у вас. Значит, в общем, это действительно анонс новой рубрики. Я просто на этот раз решил не повторять ту же самую ошибку второй или третий раз, когда я первый видос сопровождаю анонсом новой рубрики. В общем, опять-таки, да, у меня дикие проблемы со временем, поэтому я рискую тем, что на моем канале совсем перестанут выходить видео. Я не думаю, что это кому-то будет приятно. Поэтому я решил делать совсем коротенькие видосики, чтобы хоть что-то выкладывалось на канале. В общем, формат будет достаточно простой. Берется одна фраза. Отдельно никакие слова разбираться не будут, да, то есть марафон у нас будет продолжаться. Я не знаю, когда выйдет следующее видео по марафону, но марафон мы не заканчиваем, мы обязательно до конца третьего, может быть, даже четвертого сезона сделаем видос по каждому отдельному эпизоду, каждое слово в каждой конструкции разберем подробно, все будет прекрасно и замечательно. В этой рубрике, я даже не знаю, назовем ее фразочка. Я не буду давать ей особое название, да, то есть она как бы будет находиться в плейлисте идиомы и фразовые глаголы. Кодовое название будет фразочка. Да, об этом будут знать только те, кто увидели этот анонс. Ждите первый видос по фразочке либо завтра, либо послезавтра. На сегодня все. Увидимся.